Весна пришла, правда, пока не календарная. Погода в очередной раз преподносит нам сюрпризы. Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает. Известная и всеми любимая песня Дунаевского в этом году в Чувашии актуальна уже в феврале. Вчерашний день в Чебоксарах выдался на 13 градусов теплее нормы, а сегодня побит температурный рекорд 1966 года. И, судя по прогнозам, тепло пришло к нам надолго. В этом году февраль обещает стать настоящим весенним месяцем. Погода, которую мы наблюдаем сейчас, связана с прохождением очень обширного и по ширине, и по высоте циклона, который пришел к нам с северо-запада. Он принес хороший такой теплый воздух, который сейчас закачивается. В связи с этим у нас температура воздуха в конце января, в последних числах, начала резко повышаться. 31 января она перешла через ноль в сторону более высоких температур, то есть стала положительной. Температура воздуха будет ночью в пределах -1, -6, ну а днем по республике мы ждем от -4 до +1. Сейчас среднесуточная температура у нас выше климатической нормы, примерно, ну, по республике я имею в виду, на 10-12 градусов. То есть это, конечно, аномально теплая погода. Февраль и теплом приласкает, и морозом отдубасит. Так гласит известная народная примета. Так что вполне вероятно, морозы к нам еще нагрянут. Синоптики тоже придерживаются такого мнения. И обещают, пусть небольшое, но все же похолодание к концу недели. Хотя до нормы февраля мы все же не дотянем. Ну а пока можно наслаждаться уже вполне весенним воздухом и теплым солнышком. Юлия Важенина, Республика.